Поэтому есть небольшой объезд. Еду в обратку, можно сказать, на время, потом можно будет на камере посмотреть, сколько время будет. Это одно бревно, первое. Вот тут можно объехать или можно сходу развернуться пятитаками и вон туда заехать. Сегодня грязи нет. Тут можно слева объехать. Здесь интересный запрыг. Хорош. Перчатка расстегнулась. Тут тоже есть бревнышко. Можно не игнорировать. Нанодроп. Так, ну и пошла. Вот конец трассы. В общем, здесь можно отсчитывать конец времени. Вроде ничего интересного. Надо все строить, Дропчик тут есть. Вот такенный. Вроде не мелкая, если разогнаться, можно вон до того дерева головой улететь. Покажем, главное не улететь, да? Хорошо летел, шкуры нет. Вот тут три траектории, направо-налево, прямо. Конечно, если просто заезжать, это очень легко. Надо заезжать через бревна. Через. О! Палка попала в защиту. Хорошо, не в ногу. Вот та же самая через бревно. Ну, когда сухо, это на изи. Направо, блин, там кусты. Вот контруклон есть, но я его сейчас не вижу. Вот здесь вот есть интересная траектория. Через два бревна надо проехать, сохранить инерцию скорости и по диагонали вон по тому подъему. Но еще он высох вроде.
легко-легко получилось сейчас. Хорош, хороший. Так. Давно уже тут снимаю, да? Лавкач. Немного мотокросса. Это было двойное бревно. Сейчас покажу. Тут дальше тоже вот есть через бревна. Я хорошо прыгнул. В общем, да, вот тут проехал. Вот тут пустота. Но это как кикер использовалось. Но если ты неправильно задним садишь сюда, тебя через рульку. Либо свече. Также вот тут есть елочки. Они просто прямые. Ничего сложного. Просто прямо здесь вверх. Вот такие. Как видно по скорости. А, и вот тут траектория направо. Причем две. Сейчас покажу. Причем еду, можно сказать, без остановок. И в принципе нормально. Наверное, потому что грунт сухой. Привет, дерево. Так, ну и вот это в обратку.